Всем привет! С вами Степан Мэйн. Сегодня это видео новости про Степан Мэйна, сезон 2, эпизод 9. У меня есть 4 новости с изменениями, которые я могу вам рассказать. Первое. Я так долго не был на ютубе, потому что у меня институт. Там было очень много заданий, и иногда я устаю за много работы. Мои родители сказали, что это вы можете тянуть за 3 недели. Но я смог пройти. Второе. Я решил забросить свой аккаунт в Facebook и Instagram, потому что я на них и не использую, и не вижу никакого смысла. Теперь мои аккаунты будут как архивы, которые я их не использую вообще. Я думаю, что на YouTube будет самая лучшая платформа для выкладывания видео. Третье. На моем аккаунте Patreon будет новое обновление, и там будет 3 уровня подписки. Бронзовый уровень стоит $5 за месяц, и там будет мои творчество и 3D анимации. Серебряный уровень стоит $15 за месяц, и там будет скриншот и видео с сценой. Золотой уровень стоит $30 за месяц, и там будет файл проекты, где вы сможете скачать. Мне будет приятно, что вы подпишетесь на Patreon, и вы сможете пожертвовать вашими деньгами для поддержки. Четвертых, я решил обновить свою комиссию, потому что я бы хотел получить как можно больше денег, но не так уж и много людей вижу, чтобы кто-то донатил мне за свои персонажи. А пока что я подумаю, что я хочу сделать еще новых видео и продолжаю заниматься над своими играми. Ах да, я чуть не забыл, что вам нравится всего больше это смотреть на мои видеоанимации. Я, конечно, согласен, но я думаю, что это затянет долгое время и иногда вам могу быть ленивыми. Или же нет. Не знаю. Но я постараюсь взять все свои силы в руки. Всем спасибо за мою новость. Если вам понравилось это видео о новости про Степана Мэйна, то поставьте лайки, подпишитесь на мой канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И на этом все. С вами был Степан Мэйн, и всем пока.